15 августа строители приступили к подготовительным работам по реконструкции фонтана в центре города. Первым делом они очистят поверхность чаши от старой керамической плитки, уберут часть мощеной брусчатки, чтобы проложить трубы для подачи в фонтан воды в землю. Насосы будут располагаться в специальном техническом помещении. Светодиодная подсветка будет запитана от источников 12 и 24 вольта. Все это обеспечит безопасность эксплуатации фонтана. Шов стоит. Это шкаф управления фонтаном, работы фонтаном. Вместо него его снесут, сделают побольше, насосы все туда уйдут, здесь будут проведены трубопроводы под низом, под землей и выходить на фонтаны. Кольца будут устанавливаться, соответственно, подводы будут на кольца выходить. В чаше фонтана насосов не будет, то есть это будет безопасная работа фонтана. Светодиодные будут фонари, и будут они играть с фонтаном вместе, будем так говорить, там же струя будет меняться, и свет тоже будет меняться. Чуть-чуть запоздали с началом строительства, потому что договор долго заключался, контракт. Значит, с 15 числа начали и должны закончить 7 сентября. С 15 августа по 7 сентября. Значит, день города у нас 9 сентября. На день города фонтан должен работать и будет работать. Я очень надеюсь на это. И приглашаю жителей города посетить. Фонтан будет красиво. Средства на ремонт фонтана выделила Смоленская атомная электростанция. Аукцион на реконструкцию выиграла строительная фирма из Барнаула Алтайского края. Сэкономленные средства будут направлены на ремонт сцены.